Приходит мужик, короче, спрашивает, насколько вы готовите. Вообще, сколько эта машина может готовить? Мы говорим, пак, говорим, на 400 человек. А сам пак на 200 человек. Он как начал угорать. Бля, только, короче, так, поставить камеру, типа, скрытая съемка, да, когда именно все заходят, там, офицеры, чтобы слышно было. Телефон наебнулся, и запись закончилась. А как так закрепить камеру, блядь, чтобы нормально все было, пучком, чтобы все видно было, как-нибудь вот так, нахуй, закрепить, нахуй. А если я куда-нибудь сюда положу камеру и куда-нибудь съебу в другое, то меня слышно не будет. Да будет, нормально. Думаешь? Да. Че, давай на дачу начинать, он. Зови кого-нибудь там. Хотя они тащатся там. А там разведка? Да, они там тащатся. Это разведка там что-то надо? Вот там с ресепта. Там прапор вот твой. Блин, говоря, Саня солил еще, да? Наверное, можешь пробовать. Он какой-то, блядь. Мне кажется, не соленый. Ты солил.